А по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гробницу. И вот произошло великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с неба и, подойдя, отвалил камень от входа и сел на него. А вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. От страха же перед ним стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. И обращаясь к женщинам, ангел сказал, не бойтесь, потому что я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет, потому что Он воскрес, как и сказал. Пойдите посмотрите место, где лежал Господь. И скорее пойдите, скажите Его ученикам, что Он воскрес из мертвых. И вот предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот Я сказал вам. Друзья, от всего сердца поздравляю всех вас с праздником Воскресения Господа Иисуса Христа. Христос воскрес. И у нас сегодня особенное богослужение, когда мы думаем, вспоминаем, разбираемся именно в этом событии Воскресения Господа Иисуса Христа. Сразу же хочу напомнить вам о том, что думая о праздниках, нам нужно думать о трех аспектах, чтобы максимально хорошо мы могли усвоить для себя, разобраться в том, что же произошло и как это применить. Нам нужно думать о трех аспектах. Первый аспект ⁇ это прежде всего историческое значение события. И это то, что я прочитал, и вы можете это прочитать у других евангелистов. Это событие Воскресения Господа Иисуса Христа, вообще вся его жизнь последующая страдания, э э э страдание, воскресение и возвращение его, которое ожидают все верующие, это все является частью истории. Но этого недостаточно, потому что если мы хотим, чтобы это принесло в нашей жизни э какую-то реальность, да, применительность какую-то, то тогда нам нужно разобраться в духовном значении этого праздника. И это следующий аспект, о котором нам нужно всегда думать исторический контекст, да, это произошло в истории, но какое это имело значение. Вот на этом мы с вами остановимся. Но и этих двоих еще мало. Должно быть что-то третье, и я искренне желаю, чтобы каждый из вас вы пришли вот к этому третьему заключению. Это личное применение. Что же это событие? Ну, произвело в ваших жизнях, или производит в ваших жизнях, или произведет. Если мы будем вот так мыслить история, потом дальше духовное значение, и потом дальше личное применение, то тогда мы с вами будем получать максимум благодати от всей нашей веры и от всего того, что мы с вами знаем. Место Писания, которое я хотел бы прочитать и положить в основу своей проповеди, записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, и это 17 стих. Итак, 1 Коринфянам 15 и 17. «А если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша, вы еще во грехах ваших». Послушайте еще раз, пожалуйста, этот стих. «Если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша, вы еще во грехах ваших». Итак, Кроме исторического события того, что Христос воскрес в определенный момент истории, апостол Павел дает нам теперь духовное значение. Христос воскрес, и через это мы можем быть освобождены от грехов. И в этом есть огромный смысл. Именно вот на этой части воскресения Иисуса Христа я и хотел бы, чтобы мы сегодня с вами остановились. Итак, э, воскресение Иисуса Христа в действительности это не что-то, что мы празднуем один раз в год. В э, идеально этот день воскресный, седьмой день недели, который мы с вами празднуем, всегда как, собираясь на богослужение, это воскресение. Каждое каждое воскресение мы с вами собираемся. И, конечно же, э, русский язык лучше всего переводит э, или дает нам название этого дня – воскресение. И каждое, получается, каждое богослужение, друзья, мы с вами должны думать не только о богослужении, а о том, почему мы собираемся и какое событие мы празднуем. Каждое воскресенье мы с вами празднуем событие воскресения Иисуса Христа. То есть не один раз в год, а как минимум 52 раза в год у нас это должно быть на слуху. И это значит, что минимум 52 раза мы должны думать о значении этого воскресения. А в чем же значение, как говорит апостол Павел, мы избавлены от грехов, мы освобождены от грехов. Никто из людей сам по себе не может избавиться, освободиться от грехов. Какими бы хорошими мы ни были, мы не можем помочь кому-то другому освободиться от грехов. Поэтому... Одна из главных миссий, для чего Иисус пришел в этот мир, для чего Бог воплотился, это освободить нас от грехов. И еще раз этот стих. Если Христос не воскрес, или современный перевод говорит так, если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Но так как Христос воскрес, и мы в это веруем, то получается, что вера наша не напрасна, мы получаем пользу, мы получаем какие-то благословения от нашей веры, и на нас грехов уже нет. Все люди по-разному э, веруют в воскресение Иисуса Христа. Э, конечно же, некоторые вообще в это не верят, э, некоторые даже те, кто верят в Иисуса Христа, и больше рассматривают его как такой, пример морали, да, или там идеального человека, э, они убирают все сверхъестественное из жизни Иисуса Христа. Безусловно, что такая вера не является полной, и апостол Павел, он говорит, что она бесполезна, да, то есть она, она не приносит напрасно, напрасно или бесполезно. Но когда мы верим во всю полноту Священного Писания, вот в того Христа, который нам и, и преподан, не, не добавляем туда наши человеческие мысли, то, конечно же, тогда это что-то добавляет определенное в нашей жизни. И каким образом, я хотел бы сегодня, чтобы мы поразмышляли, каким же образом нам получить максимум пользы вот, из, не просто из факта Воскресения Иисуса Христа, а из нашего применения. И первое, что, на чем я хотел бы обратить ваше внимание, что много что зависит от того, насколько мы получили откровение от того, факта, от нашего понимания того, что Иисус Христос воскрес. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея. Это другой текст Писания, который мы сегодня будем читать. Это 16 глава Евангелия от Матфея. И здесь мы с вами прочитаем несколько отрывков. И первый отрывок, который я хотел бы вам предложить, это стихи с 21 по 23. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему надлежит идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и на третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Но и Он, то есть Иисус, обернувшись, сказал Петру, «Отойди от Меня, сатана!» Ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Друзья, глобально можно сказать, что есть два таких типа мышления или два способа мышления. Один способ это что человеческое, а другой способ это что Божье. И это очень сильно в действительности влияет на веру. Немножко позже мы прочитаем события и что произошло с Петром здесь же в 16 главе до этого. Но забегая наперед, я скажу, что мы читаем, как Петр получил самое сильное откровение за, за, за все время вот этой вот истории хождения учеников с Иисусом. Он получает откровение и говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Да, Иисус говорит, не плоть и кровь, Петр, тебе это открыли, но Дух Божий. Но буквально спустя, в нашем случае, вот несколько стихов или короткий период, или промежуток времени, Петр, он говорит вещи, на которые Иисус, вот как реагирует, отойди от меня, сатана. Почему? Потому что ты не думаешь о Божьем, а ты думаешь о человеческом. И это то, что должно также нам показать, ну вот это вот разницу в мышлении – Потому что мы можем либо мыслить и постоянно пребывать в чем-то, что есть человеческое, а мы видим, что не всегда человеческие мысли, они нейтральны, в некоторых случаях они абсолютно противятся воле Божьей. Почему? Потому что просто ее не понимают. В другом же случае... Это может быть воля Божья, которая даже непонятна окружающим. Ну, чего там уж говорить, и, и мы сами не всегда до конца понимаем волю Божью, когда Бог обращается к нам через какое-то откровение или через свое слово. Но спустя время мы начинаем понимать, и мы видим вот этот вот результат, плод всего того, что делает, совершает Господь Духом Святым. Итак, первое, на что я хотел бы обратить внимание, и это то, что позволяет нам получать Божью благодать. Это нужно развивать правильный способ мышления Божий. Помните, Римлянам 12 глава и первые два стиха написано, что нам нужно усердно познавать волю Божью, потому что воля Божья благая, угодная и совершенная. Нам нужно отделять свое мышление от системы мышления этого мира, и познавать, размышлять, разбираться над волей Божьей, применять ее. Почему? Потому что только она является действительно благом для нас. Следующее, на чем я хотел бы остановиться, это когда же произошло то время. Вот посмотрите, из 21 стихе написано, с того времени Иисус начал открывать. Обратите внимание на вот эти стихи. То есть до этого момента Иисус не говорил ничего о своей смерти и последующем воскресении. Это очень важно. Поэтому то, что, будучи даже уже верующими людьми, не все до конца понимают и переживают глубину силы воскресения и, и переживают жизнь воскресшего Христа, в принципе это, ну, естественно и нормально в какой-то момент. Потому что для того, чтобы переживать силу воскресения и начать получать от Господа вот эти вот, ну, сокровенные такие тайны, которые Он открывает. Для этого необходимо, чтобы пришел вот этот вот период времени, с того времени. С какого времени? Правда же, интересно. А для этого нам не нужно, знаете, гадать, не нужно молиться, не нужно даже поститься. То есть ничего не нужно. Просто надо прочитать немножко выше. А выше как раз и написана вот эта история, где. Петр получает откровение о том, кто такой Иисус Христос. Давайте я ее прочитаю, потому что это фундаментальная вещь, которая должна прийти к нам. Это фундаментальное знание, которое действительно ну, должно изменить всю нашу жизнь. Придя в пределы Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они же сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им: А вы за кого почитаете меня? И Симон Петр сказал в ответ: Так ты Христос, Сын Бога живого, ты Христос, вот ты Мессия, которого мы ожидаем, о котором говорили все пророки. Вот, наконец-то мы узнали да, тебя. А Иисус говорит, ты не узнал, Симон, то есть ты не сам догадался, ты не разобрался, не плоть и кровь да, тебе открыли. Как тут написано, блажен или счастлив ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, что ты Петр, и на этой скале я воздвигну церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И так далее. Еще некоторые откровения. Итак, для того, чтобы понимать воскресение Иисуса Христа, для этого необходимо разобраться с тем, кто же такой Иисус Христос. Друзья, и это говорит о том, что нам нужно вникать в Слово Божье, потому что через Слово Божье мы как раз и познаем Иисуса таким, какой он есть, как он нам открывается. Помните, этот самый фокусирующий стих Библии. Иоанна 20.31 «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий». То есть, все Писание написано, чтобы мы уверовали. И по своей жизни я знаю, что с каждым годом моя вера, она становится все тверже и, и я бы сказал, все точнее. Вот так, наверное, правильно даже сказать. Потому что и э, раньше моя вера была очень размыта, я верил в Библию уже уже более 28 лет. Но чем больше я вникаю в священное писание, то тем получается уже и уже и уже становятся знания и все все точнее я вижу то ради чего все происходит. А это Иисус, который и есть Христос. И все мы проходим вот этот вот путь, который Писание называет духовный рост. Потому что мы все приходим к Иисусу сначала для решения своих проблем. Но чем больше мы пребываем в Царстве Божьем, то мы понимаем, по сути, все решение наших проблем, оно как раз и спрятано в нем. Чем лучше мы понимаем его и исполняем его волю, то в этом мы получаем вот это вот счастье и много желаний, которые которые мешали быть счастливым, казалось бы, они хорошие. Люди думают, если я вот реализую какие-то желания, я стану счастливым. Но в действительности из-за обилия вот таких вот желаний, из-за обилия э, ну, так, такой разной мотивации, разных обстоятельств, разных реклам, вот всего того, что происходит в мире, из-за этого, наоборот, люди становятся несчастными. Они гонятся за желаниями, а счастливыми так и не становятся но когда мы понимаем, что самое главное, самое ценное и, и вообще самое, самое, ну по сути самое основное такое фундаментальное желание, это познать Христа, то в этот момент происходят невероятные вещи. Мы вдруг действительно понимаем, что счастье это это то, что мы можем переживать снова и снова, и оно не зависит от внешних каких-то обстоятельств, потому что оно есть здесь и сейчас. Счастье от того, что мы с Богом и дальше уже с Богом мы можем выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы не разрушать то счастье, которое нам подарено. Итак, мы поговорили о том, что есть два способа мышления. И первый способ, один из способов мышления ⁇ это человеческое. Это всегда будет нас уводить. Другой правильный способ мышления ⁇ это то, что Божье. Но то, что Божье, мы не можем понять сами по себе. Для этого нам нужно откровение. Для того, чтобы получить откровение о своей жизни, о своей миссии, о своей судьбе, нужно познавать Иисуса Христа и Его волю. И тогда через откровение мы будем и видеть свое будущее, а не только знать какую-то информацию и собирать какие-то знания. И третий момент, на котором я хотел бы также остановиться, что теперь, когда мы уже понимаем это, то э, все равно борьба продолжается. То есть как хотелось бы, чтобы получив правильное откровение, я бы теперь уже никогда не испытывал никаких искушений, и это откровение, оно никуда бы, знаете, не улетучивалось. Опять же, проблема многих верующих людей, и, и это заметно, мы можем общаться друг с другом, и мы слышим, как некоторые люди делятся серьезнейшими откровениями на их жизнь, но через время теряют эти откровения. И потеряв слово, мы по сути теряем и то предназначение Божье, которое у нас есть. Поэтому третий момент, о котором нас учат вот теперь эти две истории уже вместе. От того, что вы сегодня получили самое революционное откровение в своей жизни, совершенно не значит, что завтра какие-то э, глупости или просто человеческие вещи придут в вашу голову, и нам нужно научиться их останавливать и отсекать. И, и здесь это видно, я думаю, не зря Дух Святой поместил вот эти вот две истории, ну просто вот рядышком. С одной стороны, вот он Петр, который получает невероятное божественное откровение которое никто до него еще не получил, никто из учеников не получил его. Но тут же, спустя несколько стихов, спустя короткое время, Иисус говорит, сейчас ты думаешь, Петр, не о том, что Божье, о том, что человеческое, и что? Отойди от меня, сатана, потому что ты, желая мне хорошие вещи, но по сути хочешь от отделить меня от Бога, от Его воли своим искушением. Итак, друзья, борьба продолжается. И э, вот вывод, который я сделал для себя. Вы знаете, за откровение нужно сражаться. Вот плотские вещи, они как-то сами собой приходят. Есть такие мысли глупые, но они как приходят и так навяжутся, что ты просто не знаешь, как с ними э, бороться. И, и ты ее и не думал, ты ее не хотел, но вот она пришла, и она начинает просто крутиться в голове. Но... Чаще всего, когда вопрос касается откровения, которое мы получаем, будь то во время проповеди или когда лично читаем Священное Писание, или просто когда мы едем в транспорте, или я, например, много откровений получаю, когда стою в душе, вот в такое время, когда... То есть душ это идеальное, знаете, друзья, время, потому что мы еще в душе не смотрим ни телевизора, не слушаем аудио, ну то есть абсолютная тишина, шум воды, я люблю, насколько это возможно, долго Этим э, заниматься. Еще э, мое время уединения это когда я кашу траву. То есть в этот момент тоже я очень много думаю. Ну, то есть, вот, вот в такие моменты. И Бог говорит: так вот, эти откровения, их нужно собирать, и их нужно растворять верою. За них нужно бороться, за них нужно сражаться. Писание говорит, что враг приходит, и мы знаем, враг это сатана, это противник Божий, чтобы украсть, убить и погубить. Я думаю, первая работа дьявола, которую он совершает, это украсть слово, это украсть обетование. Почему? Потому что если ему удастся украсть слово, если ему удастся украсть откровение, все, в жизни ничего сверхъестественно происходить не будет. Поэтому он знает, что самое... Большие атаки он, он направляет именно на Слово. Иисус об этом сказал целую притчу и не одну, но фундаментальная притча о сеятеле, который сеет, и когда семя попадает в четыре разных вида почвы. Нам нужно быть вот той хорошей почвой, которая принимает семя. А в послании к евреям э, автор говорит о том, что Слово Божье нужно растворять верою. И для меня вот это понимание растворять, это надо размышлять над ним, нужно записывать его, нужно возвращаться, то есть нужно делать усилия над собой. Почему? Потому что оно выветривается. И выветривается просто из-за того, что в голове это не единственная мысль, а их много. Выветривается потому что... Сразу же после чтения Библии или после воскресного богослужения мы выходим на улицу и нас атакует сразу очень много других знаний, чтобы все это заглушить. Притом не просто знаний, а Писание говорит суеты, проблем. То есть все нападает, чтобы мы об этом начали думать. Но теперь мы с вами знаем, что нам нужно беречь Божье откровение, размышлять, растворять верою до тех пор, пока оно не становится плотью в нашей жизни, пока мы уже не начинаем применять, пока мы не начинаем этим жить. Итак, настоящий ученик – это тот, кто держится за откровение. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, с 24 по 25 стих, Иисус говорит следующие слова. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Да? То есть определенные активные действия ожидаются от настоящего ученика Иисуса Христа. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Оказывается, есть вещи, которые нужно оставить, и есть вещи, которые нужно принять. Да? По-человечески иногда все это так не выглядит. Но когда мы говорим о духовных вещах, то тогда, конечно же, часть нашей жизни, она не подчиняется Богу, она построена вокруг нас самих. Но Господь говорит, но если ты хочешь быть моим учеником, и ты действительно хочешь следовать за мной, то тогда через откровение я буду направлять тебя, и твоя жизнь будет состоять из каких-то лишений, да, притом осознанных лишений. Господь говорит, я не буду забирать это силой, ты сам должен принимать решение, ты сам должен буквально ежедневно принимать на себя решение для того, чтобы следовать за мной, для того, чтобы, для того, чтобы управлять своим временем, для того, чтобы управлять своими финансами, для того, чтобы управлять своими эмоциями, для того, чтобы управлять своими взаимоотношениями, ну и так дальше. В общем, управлять своей жизнью, мою волю исполнять, все, что ей мешает, нужно оставлять. Когда мы уверовали, то мы начинаем идти по пути Божьим. Я знаю, что многих людей беспокоит вот этот вот момент оставляния. Потому что и меня самого это беспокоило. И очень часто мы в действительности думаем не о том, о чем нужно. Например, иногда люди думают так, ну для того, чтобы исполнить волю Божью, вот, э, какую машину я могу себе позволить, вот там до 10 тысяч долларов или до 20, могу ли я позволить себе вот такую, может быть, это уже не воля Божья, если машина у меня будет э, дорогая, да, какая-то, или, или это может быть связано там с каким-то образом жизни. То есть очень часто мы думаем мирскими такими э, материальными категориями и и у нас есть где-то непонятное такое, знаете, религиозное сознание о том, что духовность, она измеряется там, эквивалентом богатства или состояния, или связи, или чего-то. Может ли человек там, быть политиком или быть успешным? Или, в общем, этих много вопросов. То есть, что же такое оставить и что же такое взять крест? Друзья, э сегодня мое понимание, оно такое, что все очень просто. Отвернуться нужно всего-навсего от трех вещей. Всего-навсего от трех вещей нужно отвернуться. Это от того, что нам дано в Бытие 3 главе, в 6 главе и в 11. Мы знаем, что Бытие 3 глава говорит о разделении человека с Богом, да, когда человек, а в Адаме, в первом человеке, все человечество взмунтовалось против Бога. Потом дальше 6 глава показывает, насколько грех, он объял этот мир и насколько ну, деградация пришла в человеческое общество, что Господь говорит, этот мир, он просто должен быть начат сначала, и через одну семью получается такой апгрейд цивилизации, когда, когда все остальные поколения, они, они начинаются просто с одной семьи, все остальные уничтожаются потом, то есть Бог просто моет всю эту планету, которая настолько стала негодной, что спасти больше нечего, кроме вот Ноя и его семьи. И дальше мы видим, что уже после того, как человечество после Ноя размножилось, все равно у них появляются свои идеи, и это идея Вавилонской башни, то есть от такого элемента успеха. И мы понимаем это так, что от чего нужно освободиться, вот, что нужно постоянно совлекать в себя, чтобы двигаться в воле Божьей. Ну, во-первых, нужно э, снять себя с... Э, ну, строна э, своей жизни. Потому что проблема бытия третьей главы, это будете как боги. Вот здесь вот все. До тех, до тех пор, пока мы не понимаем, что Иисус и есть Христос, Он и есть Господь, Он и есть Спаситель. Моя жизнь полностью в Его руках. Это Он должен говорить мне, как мне жить, что мне делать. Почему? Потому что все, что делаю я, это... Это приводит меня только к разочарованию, разрушению. Я без него никак не могу. То есть он хозяин моей жизни. Вот полное значение такого смысла – Господь. Вот до тех пор, пока мы не придем вот с этого, пока мы это не оставим, наше человеческое будет постоянно мешать воле Божьей. Когда мы говорим об Бытие 6 главе, то написано, Дух Божий настолько стал пренебрегаем людьми из-за того, что их желания, их похоти, плоти, они заняли первое место в их жизни. Поэтому нам нужно быть аккуратными с нашими желаниями, особенно в нашем мире потребления, где нам постоянно навязываются идеи чего-то желать. Пока мы не слышим, мы и не желаем. Пока реклама не приходит, у нас всего достаточно. Но потом мы думаем, уже без этих брюк я жить не могу. Или без этой еды я жить не могу. Или без этого моющего средства. Я не знаю, как я раньше жил и, 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 и как я вообще справлялся с этим всем. То есть кто-то постоянно навязывает, без путешествий, вот именно в те страны я жить не могу. Понимаете? И, и так далее. Вы сами переживаете это давление вот этого вот придуманного успеха. А придуманный успех это и есть проблема бытия 11 главы. «Создам себе имя». Я должен выглядеть не хуже, чем другие. Посмотрите, как, где я отдыхаю. И в этом очень хорошо теперь помогает нам Инстаграм и другие социальные сети. Мы не показываем всю жизнь, но мы хотим показать, вот, залез куда-то на вершину, и потом год мы показываем всем, смотрите, думайте, что я успешен все время. Но в этот момент, в действительности, человек не становится успешен, не является, а наоборот приобретает еще одну зависимость а от того, чтобы теперь показаться так или иначе этому обществу успешным. Но нам нужно от этого освобождаться. У нас есть воля Божья, которая, которая совершенно в другом. Последнюю неделю я размышляю над этим откровением, о котором мы говорили на прошлом богослужении. Это откровение Иисуса Христа, который, который истинный царь, но он въезжает в Иерусалим. И он езжает на осленки. Да? Почему? Потому что пророк говорит, вот царь твой, кроткий, идет к тебе. И вот целую неделю я так или иначе возвращаюсь к этой мысли, кроткий. И вот я стоял здесь, ждал, сдал э, времени проповедовать, слушал прославление, и опять я об этом думал, кроткий, кроткий. То есть он царь, который ну, по праву должен быть сидеть на лучшем скакуне. Так делали все. Царские особы, так делали все завоеватели, вот они так, но пророки сказали, но здесь не будет так, все будет совершенно по-другому, вот он кроткий идет, никакого пафоса, никакого величия, ни, никакого внешнего, но тем не менее люди, они по его поступкам, по его учению, по всему тому, что они слышали, они приходят и они постилают свои одежды». И мы с вами говорили, да, в прошлое воскресенье, все правильно делали, но только недолго, потому что не сохранили это откровение. Уже через несколько дней они, они начали размышлять о своих разочарованиях, они начали разговаривать с соседями о, о, о всех событиях, которые происходят, о проблемах, которые римляне приносят в их жизни. И через это они изменили свое исповедание и начали уже говорить «распни, распни, распни». Да, таким образом они тоже исполняли волю Божью, но уж как не хотелось бы исполнять волю Божью вот в этой толпе. Вот все-таки все, -таки, все -таки наше желание истинных христиан – это быть вот в числе, пусть меньшинства, но тех людей, которые действительно следуют за Господом Иисусом Христом. Итак, от чего нужно отвернуться? Перестать быть Богом в своей жизни – контролировать желание своей плоти, потому что не все, что мы хотим, действительно Богу угодно. Ну и в конечном итоге мирской успех нам не нужен, потому что Он не принесет истинного, истинного счастья и наслаждения. Но в то же время божественный успех, о котором говорит апостол Павел Тимофею: пусть твой успех для всех будет очевиден. В чем успех? Успех в изучении Писания, успех в проповеди Евангелия. Успех в честной благочестивой жизни, за которую можно прославлять э, или будут прославлять люди Господа. То есть есть критерии в Библии того успеха, который действительно благочестивый, благословенный, и которому нам с вами нужно стремиться. Итак, 1 Коринфянам 15:17. Давайте э, подытожим все и снова вспомним, с чего мы начали. Если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна. И ваши грехи по-прежнему на вас. Главная цель прихода Иисуса Христа – это решить проблему греха, потому что из-за греха бытия, бытия третьей главы, из-за греха первых людей люди к людям пришли те духовные проблемы, которые без Христа они решить не могли. Это прежде всего э, человек стал грешником, он стал бунтарем. Во-вторых, он отделился от Бога и Сатана начал править, управлять, направлять жизнь человека. Христос пришел, чтобы решить проблему твоих, моих грехов и каждого, кто уверует в Него и кто посвятит Ему свою жизнь. Если нет проблемы грехов, а именно об этом и говорит это место Писания воскресения Иисуса Христа, то тогда у нас есть взаимоотношения с Богом, а значит мы можем переживать божественный план для наших жизней. А значит, у дьявола нет власти над моей жизнью, потому что дьявол испытывает и искушает нас только, только через грех он может проникнуть в жизнь человека. Но теперь же мы принадлежим Христу, и поэтому мы можем противостоять дьяволу, как Христос противостоял. Адам не смог с этим справиться, но Христос смог с этим справиться. Воскресение Иисуса Христа дает всем нам надежду о том, что и мы сможем с этим справиться. Когда нам трудно, думая о воскресении Иисуса Христа, мы знаем, что это не навсегда. А когда нам хорошо, думая о воскресении Иисуса Христа, мы размышляем о том, что есть какой-то смысл теперь для моей жизни. Поэтому думайте, друзья, всегда о воскресении Иисуса Христа. А думая о его воскресении, также думайте о том, что ваши грехи прощены, и вы сегодня имеете свободу, вы сегодня имеете власть противостоять греху, противостоять сатане, противостоять э, влиянию этого мира, противостоять той культуре безбожной, которая пытается нас отвлечь от воли Божьей. Следуйте за Иисусом Христом. И пусть центром всей нашей жизни будет именно Он. Итак, размышляйте каждый день, друзья, не только по праздникам и не только по по выходным, да, на богослужении о том, что Иисус есть Христос, Иисус есть Христос, и Он Христос, потому что Он истинный священник, решил проблему греха, Он Христос, потому что Он истинный пророк и восстановил наши отношения с Богом, и Он Христос, потому что Он истинный Царь. И он победил дьявола и дал нам свободу от власти дьявола. Не выпускайте это из виду. Главное – это Христос. Главное – это Его жертва. Главное – это Его дела. Из-за этого мы и переживаем это спасение, эту благодать. Поэтому будьте сфокусированы на главном и переживайте Божье благословение в вашей жизни. Христос воскрес, а значит, нет никакой причины нам беспокоиться сегодня о том, что дьявол имеет власть в нашей жизни, проклятия имеют в нашей жизни. Всякий раз, когда мы ощущаем это давление мира, нужно просто прийти ко Христу. Мы не оставлены жить Своей силой. Мы не оставлены, чтобы бороться с, сатаном, с сатаной Своей силой. Мы не оставлены, чтобы бороться и, и переживать и избегать знаете, каких-то проклятий, как люди в этом мире. Если Христос воскрес! значит, тогда у дьявола нет места в нашей жизни. Потому все не в нас, все в нем и в нашем познании того, что он воскрес. Но это познание мы приобретаем, растворяя верою, размышляя снова и снова об этом. Это я вам желаю, и пусть каждый день он будет наполнен этой новой жизнью, которую мы получили благодаря воскресению Иисуса Христа. Еще раз хочется поздравить вас всех, друзья, с праздником Христова Воскресения. Поделитесь с кем-то тем, что Христос уже сделал в вашей жизни, потому что вокруг вас есть множество людей, которые каждый день сражаются со своими грехами, даже не осознавая этого. Они каждый день живут в проклятиях. Их судьбы, э, очевидно, направлены в, к разрушению и уничтожению, и в конечном итоге к погибели, мы же с вами, имея это откровение, ну просто должны поделиться другим людям. И самое главное, чем лучше мы поймем это откровение, тем меньше и в наших жизнях будет плотских устремлений, плотских желаний, и тем больше будет победы воскресшего Иисуса Христа. Будьте благословенны! одно основание – Иисус есть Христос. Он – решение всех наших проблем, прошлых, настоящих и будущих. Одно видение – всемирная евангелизация. Один метод – ученичество. Одна церковь – много локаций. Единые ценности – любим людей, любим Бога, любим свою церковь. Делаем мир добрее. Мы здесь для вас. Христианская реформаторская церковь. Добро пожаловать домой!